Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Ну что, выпиваем с вами актимельку, маленькую-маленькую бутылочку, и с вами начинаем летать не во сне, а наяву. Да, как раз таки вот для этой игры у нас с вами, походу, и создана эта реклама на ТВ. Ну да ладно, чё ж, погнали. Нас, кстати, не ждут очередные задания, сложные и, наверное, может быть, ультра-пупер сложные с врагами. Нет, врагов здесь нет, у нас не ждет с вами просто авиационный завод в Штутгарте. Так, необходимо нанести удар по производству воздушных судов в Штутгарте, остерегайтесь вражеских перехватчиков с расположенного поблизости аэродрома Лейтон Баракс. Да, такое ощущение, что у нас прямо здесь из охоты локация, да? Значит, врагов здесь сверху нету, значит, информация о басах тоже отсутствует. Чё, погнали. Серёг, заводи нашу шарманку, включаем ускорение, инспектор, тоже врубаем на максимум все, что у нас сейчас только есть с вами. Так, куда нам сейчас с вами долетать надо? Долетать надо туда. Так, Андрюх, далеко ли нам лететь? Слушай, ну дофига, я бы сказал, давай-то, короче, втянем шасси, возьмем среднюю высоту. И погнали. Что-то одни последнее время ночные миссии. Опа. Нифига себе, как-то больно сразу у нас здесь. Не вам не кажется? Как-то больно сразу же они тут появились у нас. Так. Давайте посмотрим, что у нас сейчас из этого все дело выйдет. Так, инспектор, братан, все, ты, наверное, там, в принципе, все, что мог, уже сделал. Хотя давай немножечко включим ускорение. Чуть-чуть. И давай-ка за нижнюю турель. Так, смотри, что, а. Ну что же такие косые-то, пацаны, а? Е-мое. Ну попадите его хоть, пожалуйста, критом каким-нибудь. Хорошим, жирным. Во, красавчики, молодцы. То мазали, то, короче, попали. Малорики. Так, да, блин, зараза, немножко самолетом прошибли на самом старте. Ну ладно. Мне главное, чтобы там нас дальше ничего такого сверхжесткого не ждало. Не хочу никого потерять. Я знаю, что есть желающие уже попасть на борт самолета. Поэтому, да, но я все равно стараюсь оберегать по максимуму всех пилотов. Если все-таки хотите попасть и хоть чуть-чуть натаиться надежда у вас на то, что вы можете сюда прилететь, обязательно пишите под каждым роликом комментарием, под каждым, который выходит более, ну, последний, да. Буду брать при потере солдат, при потере героев, брать буду как раз-таки из последних видосов. Так что хочу в самолет, просто пишите и все. Я вас буду добавлять. Естественно, вместо кого, ну, кто освободится первее. Так, ладно, дальше. Ну, мужики, малорики, давай. Два крита. А этого чё? А с этим хер? А, с этим тоже, ну, малорики. Да, пухи, короче, творят, делают свое дело. Конечно, прокачка самолета, ребята, очень сильно решает в этой игре. Очень сильно, да. Так. Что-то, походу, Андрюха у нас немножечко, короче, подохерел такой, типа, что за фигня, я ничего не вижу. Так, ну у нас было два варианта, да, воспользоваться. Он где-то здесь был. Теоретически нам надо тогда спускаться ниже. Иначе из-за количества облаков нифига не видно, да? Так, слушай, а если связь с разведкой? Куда-то туда нам, получается, да, надо? Уничтожить заводы, три завода. Воу, как наяривают. Так. Это же не заводы. Это вражеские перехватчики, ракеты, посмотри. А ну сбиваемые, пацаны, что за хрень тут происходит? Ну, красава, сбили. Вторую, ну, еще одна. Охренеть, по нам ракеты начали долбить. Жесть, просто жесть. Так, у меня тут что-то соседи начали сердиться, пацаны, сорян, надеюсь, за понимание. Так, ладно, а мы пока вроде летим, пока вроде все целы. Так, смотрю, ну чуть-чуть его продырявили, но все остальное пока нормик, Так, Андрюха, давай, братан, что у нас по карте? По карте мы скоро уже будем. Я думаю, вызывать сейчас подкрепление или чуть попозже. Я хочу прямо, когда будем на самой бомбежке уже находиться, хотя мы совсем рядом. Давайте, наверное, вызовем Doom. Давай, вызов Spitfire. Братан, нужна... Слушай, ледники пошли, давно здесь такие. Ну, так, у нас здесь еще где-то несколько целей, да? Ага, сзади один. Так, где-то еще сзади тут у нас. А, вот, у нас тут ракеты, ё-моё. Они причем по нам хотят выпалить. Давайте, пацаны, наяриваем. Так.
Мало реки. Так, где у нас еще одно тело? А, вон. Захватываем на всякий случай. Ох ты, нифига себе, тут поперла бомбовая бомбёвка у нас. Давай-давай-давай, красавчики. Так, у нас вот наша первая цель. Так, сказочник, братан, давай быстренько за свое любимое место открыть створки. Готовимся, готовимся к нападению. Так, стоп, это вторые две цели, да? Окей, сначала нам надо выбить. Я что-то завода не вижу. А ты есть ли заводик? Ну ничего себе, такой мелкий. Ладно. Открыли створки? Шикарно. У нас нету права на ошибку. Вообще, парни. Ох, ё-моё. Ё-моё. Нихера себе нам насували здесь. Так, погнали дальше. Хотя давайте лучше, наверное, вот сюда сейчас сразу. Выбираем второе. Блин, там что-то у нас кто-то полетел, еще один, да? Блин, пипец какой-то, просто пипец. Мне кажется, нам сейчас жопа отвалится, ей-богу. Так, это не то. Это то. Последняя, последняя у нас осталась. Последняя бомба, и надо уходить. Так, не тот. Все вроде, да? Шикарно, все, уходим, просто уходим. Где наши спидфайры? Я ни одного не понял, где... А, вот они прилетели, вижу, раз, два, три. Давайте, давайте, давайте. Так, сказочник, братан, все. Давай закрываем створки, закрыть. За турели. И... Ах ты, ё-моё, по нам опять ракетный удар наносит. Жесть, конечно. Слушай, ну с ракетами, я вам скажу, дело такое. Слушай, давай попробуем зафокусить. Давай фокусировку делаем. И наяривай туда. По полной. Давай, давай, братан, начинай. Ну мы же видим уже, Дэн. Ну что за фигня? Как он четко вливает. Ты смотри, правда не попадает. Ну либо попадает, ну как бы... Ну. Давай. О, это было эпично. Просто, короче, рядышком. Да уж, это жесть. Это жесть однозначно. Так, нам вот сюда надо, да? Слушай, ну как бы, да, тут не очень сверхмощно, конечно, долбёх идет в плане врагов, да, но здесь именно такая, знаете, очень атмосферная война такая идет, очень атмосферненькая. Конечно, самолет нас спрашивает, но вроде пока мы все целы, пока все хорошо. Слушай, на самом деле, ребята, однозначно ставьте даже более, может, мелкий урон, кто-то играет в игру, даже если вы ставите более мелкий урон, более слабый, да, но ставьте автоматическую перезарядку. Конечно, вы можете полностью сконцентрироваться на контроле самолета, на контроле боя, потому что, ну, иначе, сами понимаете, что из этого все дело выходит. Так, Андрюха, что у нас по карте? Да, нам еще лететь и лететь, получается. Может быть, конечно, взять высоту серой. Давай, короче. Пока вот в том направлении погнали. Не будем, конечно, в самую крайность заходить, в самый мороз. Мы не слишком сильно хорошо сейчас одеты, но... Единственное, что я думаю, может быть, все-таки инспектора, короче, посадить на этом... Блин, ну вот, момент такой, может, давайте попробуем... А, но он не сможет ускорение дать, зараза. Ну, видишь, зато сейчас наяривает, красавчик, просто красавчик. Так, еще пачка здесь у нас, да? Плюс, конечно, можно их вести в ручном варианте, в ручном режиме, самолет. Ну, мне проще на автоматике так вести все. Давай. Так, инспектор, а что у тебя? Давай фокусировку врубай. Ну, в голову, ну просто в кабину, ну в кабину. Твою мать, сейчас жопу снесут. Охренеть, бля. Около хвоста, я думал, сейчас режется, разнесет его по полной. Да, Андрюх у нас ослеп, короче, он не видит, куда лететь, но... Не видит, не дает корректировок, но нормально. Че, ну эти все минусы, однозначно. Так, примерно, что там у нас по карте? Ну, пока еще летим, да. Серый, давай, наверное, не будем брать сейчас слишком совсем высоко. Так, где наш инспектор? Наш инспектор вот, давай, дружище, вот сюда. Я думаю, лучше обратно его отправим. Заметили, нам одну сторону, короче, успели продолбить, другая сторона просто, ну, почти невредимая. Ну, так более-менее досталось все-таки. Серый, давай, быстренько, и врубаем ускорение.
В смысле топлива? А, ну слушай, нет, нам хватит топлива, нам пока хватит. Опа, у нас еще по... Ё-моё. Так, давай сделаем проще, автоматический захват. Спидфайеры, всех вызываем сейчас уже на прикрытие. Интересно, быстро успеет прилететь или нет? Так, серый, что там у нас по... Давай, 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 давай. Ну, попади, ну, ё-моё. Ну, ты прямо в лоб ему стреляешь. Отлично, минус один. О, как ты не вовремя начал стрелять, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Люди, вы что творите? Так, давайте, пацаны, короче, все. У всех ДН, фокусировка. А, ну, вы, походу, их раздолбили, да? Ха-ха, нормально. Жесть, бедный, бедный самолет наш. А, вон еще спидфайры подоперли. Не, ну вроде доберемся. Вроде доберемся сейчас до дома. Нормально, нормально. Так, это наши? Да, это наши. Крутые пики прямо делают. Серега, давай на нижнюю высоту. Андрюха, что по карте? Да, мы скоро уже там. Инспектор, давай врубаем ускорялку свою. Пускай рядом сами летают. Смотрите, творят чудеса какие, да? Стемнеет, кстати. Реально темнеет. Вот где летали еще засветло. Тут прямо хресь. Долгая операция была. Ну, в игровом времени, естественно. Но мы, однако добрались, это хорошо. А, но мы сами знали, что на самом деле, ребята, миссия у нас с вами зеленая. А зеленая, это значит, что это правильно. Это значит, что у нас не так все будет тяжело. То есть более жесткие миссии, это синие, это совсем критичные, это красные. Вот, но все равно достаточно интересно. Так. Серега, давай, выпустить шасси. Инспектор, там что по ускорению? Давай, ускоряем наши двигатели. Топливо осталось на 5 минут. На 4, на 3. В смысле, на 3? Как-то больно быстро минуты кончаются. Алло, алло. Впереди Лондон, да. Возвращаемся на базу, шикарно. Все, но мы приземлились. Малорики, парни, малорики. Отбили нападение. Не, грамотное управление, грамотный контроль и, в принципе, правильное расставление приоритетов во время движения. Плюс то, что не надо заряжать патроны, и это просто делает свое дело. Так, результат задания. Авиационный завод в Штутгарте. И задание выполнено, получили успех. Успех, успех. Без использования отсутствия этих дополнительных фиговин замедлялок мы получаем бонус. Статус следного экипажа. Ну, ребята уже крепкие, конечно, да. Все вернулись, мы это с вами, в принципе, знаем. А вот зато по поводу... У Никиты должен быть ап. И у Никиты... Ой, точнее, у Дениса и у Никиты теоретически должен быть ап. Нет, не апнулись они, зараза. Плёху, плёху. Так, бронебойные боеприпасы. Но они у нас, в принципе, есть уже. Так, по поводу... Ой, воздушного судна. Но у нас, наверное, уже навряд ли что-то с вами будет, да? Двигатель. Тут как бы есть бронированный двигатель, но они нам добавляют, естественно, веса, причем очень-очень-очень много. Ладно. Значит, как-то так, да. Ну что, ребятки, тогда на этом моменте мы с вами заканчиваем нашу миссию. И, как всегда, все наши с вами бравые бойцы живы, и что, в принципе, не может не радовать. Хотите увидеть, что будет дальше, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайкосик. От этого зависит скоро выход новых серий. А с вами был Дядя Сережа Плей. Всех люблю, до новых встреч, всем пока.